Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G30. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Итак, для этого мы открываем настройки. После чего мы проходим в раздел пароли аккаунты. Здесь у нас уже добавлен Google аккаунт, поэтому сперва я покажу, как его удалить. Мы нажимаем на него, нажимаем удалить аккаунт. Удалить аккаунт. Нажимаем ОК, подтверждаем действие либо паролем, либо отпечатком пальца. Теперь, если вы хотите добавить Google аккаунт, мы нажимаем добавить аккаунт, выбираем Google. Далее вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаем». Нажимаем «Принять». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.